Находки времен Великой Отечественной войны, раскопки на местах боевых действий, установление личностей погибших и пропавших без вести солдат – это лишь часть направлений деятельности поискового отряда «Воскресенье». Поисковики из Мариэл, в числе которых в основном студенты, только в этом году побывали с экспедициями в Ленинградской области, при Эльбрусе и Калужской области, не говоря уже о проектах в нашем регионе. Останавливаться на достигнутом ребята не планируют. О планах отряда «Воскресенье» в нашем материале. 420-й авиационный полк особого назначения на момент начала войны дислоцировался в Казани. 10 августа 1941 года полк получил пополнение – 40 новых бомбардировщиков ЕР-2. Однако три из них потерпели крушение в первую неделю учебных полетов. Один на территории нашей республики в Килимарском районе в труднодоступной местности среди болот. Добраться туда получилось лишь сейчас. Информацию об авиакатастрофе обнаружили поисковики отряда «Воскресенье», который работает на базе одного из ведущих марийских вузов уже более 8 лет. За это время ребята выезжали на места боев Великой Отечественной войны, проводили фестивали, военно-исторические реконструкции и профильные смены в детских лагерях. За вклад в поиск и установление личности погибших и пропавших без вести солдат 18 поисковиков были награждены знаками отличия Минобороны 2 и 3 степени. Прежде всего мы говорим о тех событиях, которые связаны с Великой Отечественной войной и, собственно говоря, зарождение присоединения студентов Марийского государственного университета. Это, наверное, такое явление, которое должно было случиться когда-то. Год вышел ударным, и мы решили всех, кто отличился в последние три года, ну как мы решили. Мы подали документы, а Министерство обороны посчитало по совокупности вот этих заслуг, что ребята достойны к наградам. Поэтому награды пришли в республику, и, в принципе, мы сможем подвести итоги не только этого года, но и вот двух предыдущих лет. Еще один серьезный проект поисковики представили на территории Мариэл. Изучали оборонительные рубежи в деревне Озерки Горномарийского района. В сентябре там состоится масштабная реконструкция. Название тоже символическое, по следам прошлого. Цель – напомнить о подвиге народа не только на поле боя, но и в тылу. Об экспедициях, проходивших на территории России, спросили у командира отряда. Из того, что запомнилось, я бы хотел отметить несколько. Это традиционные наши экспедиции в Ленинградскую область. Это экспедиция, первая высокогорная экспедиция общемарийских поисковиков при Эльбрусе, в частности, Морогский перевал. И, безусловно, большая, очень крупная экспедиция, которая интересна тем, что мы взяли с собой большое количество подрастающих поисковиков, это Варшавское шоссе, Западный фронт, Варшавское шоссе. Кстати, поисковики принимали участие в тушении пожаров на территории республики на наиболее опасных участках – Сосновый Бор, Студенка, озеро Шап.